Самаре перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в организации незаконных азартных игр. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по региону. Следствие утверждает, что в апреле этого года группа лиц проводила нелегальный игорный бизнес в жилом помещении на улице Куйбышева. Противозаконную деятельность пресекли сотрудники управления Росгвардии по Самарской области. Собранная доказательная база позволила направить уголовное дело в суд с утвержденным обвинительным заключением. Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осенькин поблагодарил всех за поддержку на фоне слухов об отставке. В матче 11-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл самарский клуб со счетом 1-0. После встречи тренер собрал на поле игроков команды и в конце произнесенной речи не смог сдержать слез. Ранее в разных информационных источниках сообщали, что Игоря Осенькина может сменить Сергей Игнашевич, но губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опроверг эту информацию. Осенькин возглавляет «Крылья Советов» с 28 июля 2020 года, вывел команду в РПЛ в 2021 году и дошел до финала Кубка России. Лучший результат – 8 место в сезоне 2021-22. В Самаре ожидается дефицит мандаринов. Глава Министерства сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа заявил, что республика не сможет полностью обеспечить регион России фруктом. Представитель Ягодного союза Ирина Кози отметила, что импорт плодов из Марокко, включая популярный в стране сорт клементин, почти прекратился. Она предупреждает, что зимой мандарины в России могут подорожать вдвое, несмотря на то, что обычно к декабрю они дешевеют. В октябре у самарских туристов появилась возможность отдохнуть в Сочи со значительной скидкой до 50%. Летом стоимость проживания в отеле на главном российском курорте в среднем составляет от 20 до 30 тысяч рублей за сутки. Однако в октябре можно снять тот же номер всего за 7-10 тысяч рублей. Отдых в Краснодарском крае осенью имеет свои преимущества. Он может быть даже более комфортным благодаря меньшему количеству отдыхающих и более низким ценам. Президент России Владимир Путин в режиме ВКС запустил серийное производство бизнес-седана «Лада Аура» на главном конвейере в Тольятти. В церемонии принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «Аура» – машина нового класса, которая сочетает габариты С-сегмента и вместительность класса D, ориентированные на статус пассажиров. Бизнес-седан отличается от базовой «Весты» увеличенным проемом задней двери и повышенным уровнем удобства. Новый автомобиль из предсерийной партии уже используют в Министерстве финансов Российской Федерации, в ГК «Ростех» и в правительстве Самарской области. Кабмин Российской Федерации упростил процедуру получения документов об участии в СВО. С 1 ноября справку можно будет получить через портал госуслуг. Постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Решение устанавливает порядок выдачи справок через портал госуслуг и определяет единый образец документа. Это позволит участникам и их родственникам получать меры социальной поддержки от региональных властей. Ранее документы выдавали командиры воинских частей или военные комиссариаты, что создавало трудности для их получения. Специалисты рекомендуют автовладельцам переходить на зимние шины при среднесуточной температуре 5-7 градусов и устойчивых морозах, сообщает Минтранс России. Из-за низких температур летняя резина становится твердой и теряет эластичность, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь. Водителям из Самарской области стоит подготовить свой транспорт уже через пару недель. С 27 октября ртутные столбики будут стабильно показывать 3-7 градусов. Согласно правилам, зимние покрышки должны быть установлены до начала календарной зимы, то есть до 1 декабря. Владельцы автомобиля обязаны использовать шины с маркировкой M+S, MNS или MS.